Сейчас подбегает партнер. Он тебе набрасывает, ты ему головой. Ты тоже головой мне. То есть на три раза нужно перебить. Раз, ты мне два, и три я тебе отдаю. И побежали, сменка. Пошли. Раз. Не, Егор, ты тоже должен вернуть, и только тогда он тебе возвращает. На три, я сказал. Раз. Нет, Егор. Егор, раз, два, три он тебе... Раз, два, три, четыре, пять. Браво, два. Ты же Карлу сам говорил, там два касания. Два, три. Помнишь, как я сказал два касания там у Лёх? У Соли. Не каплёта. Хорошо, только нужно отдать. Надо успеть, пока не начался ливень. Посмотри. Вроде протянула мину. Если начнется ливень, поле придет в негодность. Вот все вышли игроки. Вот этого не могу понять, что за игрок вышел. Лопта преко njega. Значи, лопта иде пола метра, скаче, и он я, и нога излетеше, лопта преко njega. После другого, третий гол сам иде после. Не так страшно. Он, да, вот видишь, но он не так мягкий, как, знаешь, когда земля. Немножко не ровно, да? Заводим себя быстрее, сильнее, точнее, нахуй. Каждый друг за друга побился, блядь. Давай, постараемся строение, желание целое. Давай, ребятки. Повеселее. Заводим себя на игру. Семушка. Давай, семушка. Thank you.
Давно в команде уже нашли себя. Как играется? Ну, как это фактически. Все быстро, поэтому второй пор вместе. Более менее прямо. Что думаете, неплохой там подготовка, как многие считают? Ну да, пытаюсь. Пойдем, входим. Давай, давай, сходим. Хорошо. Сходим вот так. Давай, давай, Мила, Мила. Давай, Мила, еще, еще немножечко. Карпов, Карпов. Давай, пяти. Чербак, пяти. Потом пропадет на неделю. Уже дополнительное время идет. Брате, хорошо, хорошо.